Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Лежиной и Морриган, и мы будем строить поезд. Это все, что нужно знать в этой замечательной игре. Так, добываем из обломков железа хоть какой-нибудь. Нам безумно повезло в этот раз. Кстати, не забывай нажать Alt, чтобы высветилось на экране, где что лежит. А, ну да, спасибо. Пожалуйста. Больше я не вижу нигде железа, поэтому... Поэтому бежим вверх. Как раз уголь, медь, а камень? Да. А камень? А камень слева. А камень слева. Поставь, давай в друг дружку поставим, чтобы у нас... Да я как-то не доверяю этим друг дружку. Да нормально, у нас на первое время будет хватать угля. Можно, конечно, вспомнить, что все временно это, типа, самое вечное или как-то. Да-да-да. Надо стараться сделать много-много производства ресурсов. Ну, чтобы полтора часа успеть построить поезд, это не так-то быстро. О, да. Я пробовал это сделать несколько раз. Если быть точнее, то раза три. И игра не хотела мне позволять это сделать. Поэтому я попросил помощи моего хорошего друга. Итак. Помните, в описании игры всегда можно увидеть ссылку на... Друг друга. На другое видео и на другой канал, так что... Да. Там тоже много чего интересного. Да ладно, не добывай уголь. Я хочу угля! Я хотя бы добавлю, ты просто стоишь и смотришь на меня, чё? Я не стою, смотрю, я там заправлял печки. Жалкие оправдания. Я настаивал производство железа. Жалкие оправдания. Андрей, ты жесток. Что тут нужно? Железная шестерня. Все еще нужно больше плиток. Железо. Так. Камень. Настрой печек. Ты там ходил за камнем? Ты много печек принес? Ну вот одну делаю. Ну на все деньги делай печки. Мне не хватает плит железных, чего-то там. Так мне еще... Отойди. Спасибо. Просто... Просто бьюсь. Бьюсь над всем этим. Так, какой кнопкой быстро закидывать в печку всякие ресурсы? Шифтом? Шифтом. Хорошо, начинаем дымить. Хорошо, хотя бы печки не две там плиточки сделают и сгорят. Они вроде... Так, каменная печь, нужен камень. Я делаю каменную печь, надо? Вот у меня есть. Я подобываю, ты добывай. Хотя, конечно, то, что мы ходим туда-сюда, это только лишние секунды, лишнее время, которое мы тратим. Тратим на то, которое, на время, которое могли бы прозябать в праздности. Что-то я, видимо, пошел слишком рано сюда. А вот и ночь. Ну, нам это не прям-таки критично. Фух, так, отлично. Мы с тобой сделали множество печей, которые нам делают множество всего остального. Итак, неплохо бы нам заняться уже... Наукой? Медью. Для того, чтобы мы занялись наукой, нам нужна медь. Давай, занимайся. Но нам много меди на первое время не нужно. Нам хватит, наверное, одного этого самого. Одного бура. Потому что, чтобы построить лабораторию, нам нужна как раз-таки медь, получается.
Что ж, как скажешь. У тебя свой план, у меня свой план. Как это? У нас же был один. Так. Мы как-то с тобой резво опустошаем печи. Ну это я немножко там подзабрал. Нормально все. Чё, ресурсы должны работать, крутиться, а не... Да-да-да. Так. Фух, есть немножко меди. Первые пластинки. Отлично, есть насос. После насоса нужен бойлер, а на бойлер нужно 5 камня. О, молодчина, вообще шикос. Угу. Оттырил весь камень, сделал бойлер, пошел тырить железо. У меня, кажется, есть план, и я его придерживаюсь. Это хорошо. Да. Эта игра требует того, чтобы у тебя был план, и ты его придерживался. Да. Особенно, если хочешь делать все быстро. О, да. Недаром поезд за 1.5 часа сделал только 3% игроков. Игроков. Так, возможно, немножко переусердствовал. Да, походу я переусердствовал, ну ладно. Почему ты переусердствовал? Так, я кое-что забыл. Ты кое-что забыл? Да. Что мне нужно медь? Я ее взял. Отлично. Нужно же столбы сделать, да? Ты теперь электричество начинаешь проводить? Да, именно так. Ты фокусник какой. Почему? Почему я фокусник? Ну, отлично. У нас есть. Так, угля-то вроде хватает. Железа мало. Сейчас будет много. Такой пришел, забрал все железо. Такой, сейчас будет много. Я же говорю, ты злодей. Об этом никто не знает. Я знаю. А теперь и все наши подписчики с тобой. Нет. Мои подписчики знают, что я добрый. Я добряк. Ладно. Так, ладно, я тоже злодей. Я забрал всю медь. Не останавливайся на этом. О, не беспокойся. Я уже набрал больше 1000 железа. Ну, как ты хорошо живешь. Да. Так, а я хотел набрать угля, чтобы у нас было электричество. А вообще, по-хорошему, нам нужно бы уголь прокинуть прямо туда, сказал я, и... Ипс. Уголь нужен всем. Да. Отсюда вывод. Нужно больше строить этих угледобытчиков. Да. Ура. Теперь у нас есть уголь. Начинаю строить первую лабораторию. Так. А еще мне нужно дерево. Блин, вот как хорошо вдвоем, потому что один занимается там увеличением производства, второй думает обо всех остальных задачах. Потому что в два человека это в два раза больше. Две головы лучше, чем одна. Да, да, да. И несмотря на то, что игрок может в принципе не так уж и многое сделать, но все равно у тебя как бы... Освобождаются мощности. Да, 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 да. Так, ура. Я построил первую лабораторию, и первое, что я предлагаю исследовать, это автоматизацию. Делаю первые 10 банок. Параллельно, пока добуду дерево. Потому что автоматизация прям нас спасет. Да, она что дает?
она дает сборочные автоматы. Сборочные автоматы позволят нам снять с нас производство всяких банок и так далее. Угу. Вот. Нужное дело. Что тут нужно? Каменные печи? Понятно. Угу, угу, да. На буры нужны каменные печи. Ладно. Не заставляйте просить меня большего. Так. Как-то большего-то я... Но не делай больше буров, пожалуйста. Хорошо. По той простой причине, что у нас уже есть электричество. А у нас есть электрические буры? Да, да. Это первый из доступных буров. Электросхема. Ну, помимо каменного. По половинке заберу. Электросхема. Медь. Меди нам не нужна. Там... Давай, хватай. Так. Именно. Почему тогда мне меди сейчас не хватает? А я не знаю. Так. Вот так. Этот рецепт не может быть изготовлен вручную. Понятно, все с вами понятно. Во, готово. Автоматизация. Вторым этапом мы можем изучить вот это. Но для этого нам нужно уже начать делать сборочные автоматы. И по-хорошему собирать первые красные банки. Так. Пока что делаю кустарно. Как, собственно, и всегда. Как, собственно, и всегда. Да. Кустарно. Забираем половину. Вливаем сюда. Отлично. Некоторое время побудет. Так, тут железо. Надо больше. Чего не хватает? Электросхем не хватает. Меди. Так. Так, 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 так. Делаю на все деньги просто. Так, нужен уголь. Как там у нас бойлер один? Да. Его еще надолго хватит. Ну как? Я думаю, ко второй банке. Когда мы сделаем уже вторую банку, тогда можно будет уже думать о втором бойлере. Хотя, в тот же момент все зависит от наших производственных мощностей. Так, наши производственные мощности. Это ты уголь туда повез? Ну... Пока просто дорогу провожу, чтобы мы забыли о бойлерах. Я про них не вспоминал. Так, тебе нужен? А, нужен, наверное, да? Слушай, а может ты также сделаешь для железа? Вот я тебе еще один поставил бур. Может быть, сделаю. Так, где деревья? Я хочу...
справа. Я хочу их уничтожить. У меня появилось желание крушить. Только не говори это никому, кроме нас. А то Greenpeace может на тебя косо посмотреть. Я буду бить с кулака. Все естественно. Ладно. Так, проволока. В чем проблема проволоки? Медь. Она делается из единицы меди, по-моему. Только я вот не помню, сколько делается из единицы меди. Ох, я промахнулся. Такое бывает. А Кела промахнулся. Да-да-да-да-да. Я просто не в ту сторону поставил конвейер. И теперь делаем конвейеры. А пока конвейеры делаются, занимаюсь... Чуть-чуть вот осталось, да? О, я, наверное, даже смогу сделать. Давай. Закидываем. Закидываем. Так. Ну что ж. Доступ конвейера до бойлера обеспечил. Добычу угля обеспечил. Готово. Фух. Хорошо быть тебе. А я не знаю, что я делаю. Ну, ты настраиваешь обработку меди. Хотя надо бы обработку железа настраивать. Таков мир. Мы сами не знаем, чего мы хотим. Да. Где хваталки? На первой вкладке. Звучало как стишок. Где хваталки на первой вкладке? Как-то с детства с рифмой я дружу, да? Получилось, я скажу. Нормально, молодец. Так, что нужно на красной банке, ты мне скажи. Значит, нужна пластина меди и железная шестеренка. Вижу. А железная шестеренка делается из пластины железа. Ну, я, кстати, в принципе, сейчас поставлю второй сборочный автомат, который сможет делать пластины железа. Не хватает ингредиентов. Понятно, мне чего не хватает. Мне не хватает железа. Всем не хватает железа. О, нашел. Молодчина. Отлично. Да я хулиганю тут немножко. Я не удовлетворен нашей скоростью производства. Мне нужно больше. Да. А я вот думаю разрушить железное наше производство. Да это наше железное производство. Это отстой такой полный, что я... Так, где эти штуки наши? Угу. Ты что делаешь? Ты заново его хочешь настроить? Да, заново. Стоп, не в том месте поставил. Тут в центре-то не надо. А, точно. Да. Ну, ладно. Тогда все с краю ставь.
Так, что там? Ты вот снес строительство железа, а где печки добывать? Где железо? У тебя есть железные плиты еще? Нет, я все потратил. Да, есть, есть, есть. Сколько тебе нужно? Миллионы. Вот столько могу дать. Ладно. Куда печки поставить? Печки поставить. Туда, где они бы смогли работать. Вот с этого забирать конвейера и перерабатывать. Манипуляторы там вот. Как насчет вот так? Так, схвачу, положу. Будет нам уроком, нельзя разрушать производственную цепочку, когда ты пытаешься ее же и заменить. Вот. Уголек. Мы с тобой немножко глупо поступили. Нормально поступили. На это складывай все подряд. И не думай. У нас еще не скоро будут фильтрующие манипуляторы. Нам не надо этот фильтрующий манипулятор. Пускай идет все вместе. Так, где там твои заводы? Делай их. Впитал. Нормально. Я тоже так сделаю. Повторюшка. Шестереночки, говоришь? Ну да. Можно, в принципе, уже даже что-нибудь еще там делать. Кто-нибудь? Не, это уже идет из шестеренок. Так что пока что шестеренки. Пока что шестеренки. У меня кончились столбы. Я решу эту проблему. Так, шестеренки, медные плиты, железная шестерня, да? Угу. Теперь заводик. Ты хотя бы руками там наделай банок красных. Мне
Мне хватает только на одну. Нам, как я и говорил, гораздо больше нужно железа, чем меди. А медь нам сейчас некуда использовать просто. Сейчас все будет. Тут пару печек, они просто не успевают выкладывать. Так, я там начал делать медленно-медленно банки. На. На. Так, я понимаю твой план, но меня он пугает, поэтому я отказываюсь в него верить. Да? А чё так? А какой у меня план? Не знаю, у тебя нету плана. Верно. Если бы у меня был план, я бы, наверное, его придерживался. Так, хочу еще вот такое вот сделать, да? Скажу, какое? Вот такое. Нет. Чё нет? Это нужно для вторых банок, для зеленых. Ладно, делай, делай, делай. Делай, что хочешь. Why? Тебе разрешено все. О, Андрей. Почему ты так жесток? Я не жесток. Я щедр. Ты считаешь меня глупцом? Так, ладно. Три заводика успевают с трех печек забирать плиты, поэтому... Я понял. Это к тому, что у нас дополнительные заводы будут только... Потом. Сперва нужно делать красные банки. Ладно. Где мы их будем делать? Прямо здесь. А, отойди. А, ты нормально стоял. Медная плита. Почему он медную плиту не хочет брать? Потому что у него железная плита в руках. Да. Можем... Просто перенести ее сюда и воткни, где стоишь. Не-не-не-не, не так. Чтобы вот где стоишь. А тут будет длинный такой коридор в бесконечности. Ладно. Что у нас производится? Все подряд? Да. Результат. Железная плита. За 3-2 секунды. Шестеренка. За полсекунды. Ужас какой. У нас остался час. Время летит быстро и безжалостно. Есть ли у нас еще шансы? Да. Я думаю, есть. Ну-ка. 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 Сейчас я это все заберу.
Ну да. У нас очень медленно делаются банки красные. Ну так потому что, я же говорю, ты только-только это сейчас сделал. В том плане, что изучение быстрее идет. А, ну так надо еще один заводик поставить. Смотрю, ресурсов-то есть. Сейчас сделаем. Смотри, раз, два. Отойди, отойди. Я пытался тебя в заводе замуровать. Все, делай. Да, я уже понял. Но наслаждайся. А я пойду наслаждаться чем-то другим. Где все твои буры? У тебя буры остались? По-любому ты же их где-то... отдай мне их. Или пойди сверху поставь железо, вот как у меня там добывать плиты. Спасибо. Печки у тебя остались? Нет. Хорошо. Почему? Значит, не придется тебя отвлекать. Все честно. Понял. Тут ничего нет такой. Зашел такой, там ничего нет. Так, работайте хоть как-нибудь. Хоть на полшишечки. Как работают? Исследовательский логический пакет. Что в этом логического? Логика. Логика. Логика, да. Сталь. Нужно заранее поставить производство стали, чтобы к моменту, когда у нас будет поезд, мы уже смогли. Паровозик, который смог? Да. А, нет. Так, это можно многое забрать, и никто не поругает. Я поругаю. Спокойно. Это во имя лучшего будущего. In the better future. Мы вносим свой вклад. Так. Yeah. Забрать. Наверняка есть какая-то кнопка, которую просто берешь и забираешь. Shift? Нет, скорее Ctrl. Нажимаешь Ctrl, бежишь с нажатой клавишей и забираешь все. Да. Жесть. Я только что забрал исследовательские пакеты из лаборатории. Но не злодеи ли? А что ты хотел оттуда забрать-то? Ничего не хотел. Я просто проверил. Все с тобой ясно. Да. Так, 4 лаборатории. Еще 5-й завод строй. Давай я построю. Чего? Отойди. Давай. Ты не даешь мне шансов. Каких? На что? На все, на жизнь. На успех? Ну, допустим. Банки уехали. Фиг ли вот этот завод банку? А, ну понятно. Там сверху нас, по-моему, бьют, нет? Кто? Да, бьют. Офигеть. Никогда до такого не доходил. Блин, нормально нас так покромсали-то. Угу. Печалька. Это к нам справа пришли? Да, мы правую территорию загрязнили.
Беда, беда. Слишком много грязи в этом мире. Так разошлись с таким размахом. Значит, мы делаем все правильно. Идем путем человечества. Я поставил тебе заводов, в общем, ты знаешь, что делать. Ставить электричество. Естественно. Электричество, да без проблем. Раз, два. Позахватывал уголь. Нормально. Андрей, великий захватчик. Великий нехочуха. Фух. Так, заберем. Все с вами понятно. Исследовательский логический пакет. Лучше, да, отсюда накладывать и, не знаю, как-нибудь. Отлично, красные банки. Есть конвейеры, манипуляторы. Чудесно, по-моему, все. Железная плита. А, стоп, погоди, я двигатели начал изучать без зеленых банок. Молодец я. Угу. Рановато ты, наверное. Электроника нам особо сильно ничего не даст. Нам пока нечего на самом деле изучать. Ну, можем электронику, конечно, но погода она нам не сделает. Нам нужно уже изучать двигатели. Двигатели, а потом красные логистику 2. Вот. И после этого мы уже сможем этот самый. Оу, оу, оу. Это нас там съели? Меня прям бомбит. Андрей, принеси железо. Нифига их тут. Железо. Ладно, не неси, я сам схожу. Я негодую. Мне бойлер нужно просто сделать, а для него нужно 31 железа. Давай я сделаю бойлер. Давай. Так, где он? Вот он. На второй вкладке. А, куда ты его? Да втыкай. Так ты под пар его поставил. Кого под пар поставил? Бойлер. Ну так и ставь под пар бойлер. Потребляет воду он. Убери. Не это. Бойлер. Паровой двигатель. Ну так ты мне сказал бойлер сделать. Я сейчас паровой двигатель сделаю. Пожалуйста, паровой двигатель. О, там две базы. Справлюсь ли я с ними? Блин, а что ты так вот максимально кривенько ты это сделал? Так вот прям вдоль бы подвернул. Так, встретимся на том свете. Небольшой кусак убил Моригана. Да-да-да. Отлично. Я воскрес. Ты чё тормозишь? Ты делаешь? У нас до сих пор нет электричества, Андрей. Да, нужно было... Во! Нормально. Делаю, что могу. Делай это лучше. Нам уже, кстати, не хватало бойлера одного. Да? Да. Понял. Ну ладно. Ладно. Нам так просто не справиться. Предлагаю тогда изучить, раз у нас есть возможность, автоматы. Зачистим эту базу справа. А что ты опять сделал, Андрей? Я... Что я делаю? Ну нет электричества. Все без электричества, Андрей. Погоди.
Воюю. Потому что бойлера... Вот-вот, теперь есть электрик. Тут просто соединительный столб, он был не слишком соединительный. Понял. Понял. Производство у нас практически на потолочке. У нас 49 минут, и мы еще даже не начали изучать и делать. Ничего? Ничего. Где там твои автоматы? Все изучено. Так. Почему у тебя только один Я только начал. Ладушки. Я просто думал о высоких материях. Материях, да. Это полезные мысли. Однозначно. О высоком искусстве. И нашем положении в нем. Так. Я пошел попробую разобраться с базой. Не знаю, хватит ли мне 20% обоим. Хороший план, да. Печечки. Зеленые банки, конвейеры, манипуляторы. Ну, манипуляторы-то, конечно, вообще по красоте делать. Да. Они требуют зеленые микросхемы. Мой мозг трепещет. Опа. Дружище, у меня проблемки. Ну так ты шел на них. Что я могу тебе сказать? Блин, мне чуть-чуть оставалось. Ладно. 20 патронов мало. Как говорится, тебе чуть-чуть оставалось, и ты как бы и помер. Я не помер, я выжил. Хотите... Я почти просто зачистил одну базу, и у меня кончились патроны. Хотите жить вечно? Хотим. У вас есть идеи как? Нет. Когда мы идем к вам. Симулятор культиста, да? Угу. Расскажет, как жить вечно. Ой, сейчас я все тут почищу. Мой мозг останавливается и не позволяет мне думать. Почему? Не знаю. Что ты сейчас делаешь, кстати? Вот занимался производством дополнительных стальных плит. Отлично. Один улей зачищен. Ту-ту-ту-ту. Берешь просто руками и начинаешь делать всякие грязные вещи. Так, готово. Я подочистил территорию от ульев. Сейчас осталось убить последних дурачков. Ух. Они убежали. Представляешь? Они взяли и убежали. Вот так вот. Да. Вертели они все ваши мысли. Битвы. Верно, битвы. О, молодец. Занялся наконец-таки этим вопросом. Так. Конвейера.
Говоришь, нужна проволока, да? Да. Так, отлично. Очень хорошо для меня. Конвейеры настроили. Просто интересно. Ага. Что тебе просто интересно? Как нам расположить производство этих самых манипуляторов? Наверное, не так. Я придумал. А, нет, не придумал. А, хотя, в принципе... Сперва электросхемы надо делать, а потом уже манипуляторы. Электросхемы мы сделаем. Нет, сперва электросхема, а потом манипулятор. Железная плита. Смотри, я могу проволоку рядом с этой железной плитой провести и сделать. Но это криво. Криво-косо. Ты не умирай там. Не беспокойся. Немножко воды не в то горло прошло. У меня есть 4 сборочных автомата. И я не знаю, куда их деть. Поставь делать кустарно-зеленые банки. Или что-нибудь там. Ну, как вариант. Так, у меня есть 6 сборочных этих автоматов. Толку от этого немного. Закидываем и пытаемся как-то... Наверняка те, кто знает, как играть хорошо в эту игру, смотрят на наше творение и просто... Угу. Просто горят. Да. Ну, я хочу сказать, если бы я здесь один был бы, все было бы куда хуже. Неужели? Да. То есть мы с тобой делаем кустарно, а я делаю еще более кустарно. Это тень. Я-то думал, что такое. Ты смотри, как тут все запущено-то. Заберу шестереночек. Давай. А, электросхемы. Ой, будь здоров. А, спасибо. Поставил 2 кустарных сборочных автомата. О, пошли прям. Шестерни тратятся. Ну это я поглотил их. Что, они, смотри, они копятся. Не переживай. Фух. Я уж испугался. Пока никаких проблем с этим не было. Хорошо. Так.
Топ-топ. Топает малыш. Кустарные микросхемы идут. Скажем так, 300 кустарных микросхем. Куда там их везти? А я... Ну, можем, если мы сейчас... Так, у нас... А нам нужно все равно еще делать манипуляторы. Так что пока особо некуда их везти. Надо где-то делать производство манипуляторов. Все, что могу сказать. Так я понимаю. Я пока попытаюсь отложить побольше. Манипуляторы! Манипуляторы! Побольше! Побольше манипуляторов! И все в сундук, чтобы править ими всеми. Вот так вот. Теперь я чувствую, как железа начинает не хватать. Да. Что значит? Значит, нужно больше печей. Ну, либо больше железа. Меди-то, наверное, хватит. Будем надеяться. Вот такая вот загогулина. Сюда, 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 сюда. Слишком далеко. Ой, да ладно вам. Нормально же общались. Общались, но... перестали, да. Что ж, волшебная кнопка Ctrl, которая забирает все ресурсы, правда волшебная? Oh, yeah. Но вот мне бы вспомнить кнопку, которая наполняет ресурсами. Shift? Или что ты хочешь? Ну, например, как в угольную печку закинуть ресурсы? Из инвентаря? Да. Ну а откуда там? Из космоса? Да. Опа, я случайно поменял ресурс. Shift меняет ресурс. Ну, спасибо, конечно. Ну, не ресурс, а рецепт. Рецепт. О, бой. No. Зеленые банки как у нас делаются, нет? Делаются. Хотя бы кустарника. Вот там, да, микросхема вон, слева. Лаборатория это самая. По полной забита. Ну тогда еще поставь лабораторию. Сейчас сделаем. Затырил микросхемы, про которые ты сказал. Делаю еще одну лабораторию. Так, а ты чё стоишь, ничего не делаешь? Кто? Да вот, печка одна. Ага, понял. Я уже думал, мне такие заявления. Хе-хе-хе.
Ты пока молодец. Так, железную руду хватаем. И переплавляем. Shift-кнопка хорошая, но она только нужно открывать инвентарь. А я хочу, не открывая, не заходя в предмет, просто так закинуть топливо. Так, в целом вроде я железных плит много-много делаю, но все еще ты их там поглощаешь. Да я их люто поглощаю прям. С бешеной скоростью, я бы сказал. Мне их даже не хватает. Там 416 конвейеров у меня в ящике. Ты видел их? Ну, я видел, да. А ты их брал? Конечно. Манипулятор. Уж в чем, а вот в конвейерах я вообще не нуждаюсь. Ну. Мне приходится больше всего делать именно манипуляторы ручным способом. Понимаю твою боль. Может быть, я как-нибудь смогу с этим забороться. Или нет? У нас полчаса на то, чтобы с этим забороться. Логистика. Полчаса. Полчаса. Полчаса до рассвета, вот и кончится лето. Такой, пытаюсь взять железо, а нету, не копится, все. Так оно и работает. Когда не знаешь, что делать, делай все руками. Да, именно так я и поступаю. Так, ну что, пока хорошо, пока все лаборатории заняты и всего хватает. Так, у нас 7 лабораторий, время производства 30 секунд, а нужно 200 банок. Дай-ка я немножко посчитаю. Давай посчитаем, уважаемые кроты. Четырнадцать минут будет изучаться логистика 2 при таком раскладе. Нужно ускорять темпы, да? Да. У нас, кстати, появилась новая печь. Так что можешь... Хотя лучше, наверное, не стоит, потому что эта новая печь стоит этих самых... стали. Заморачиваться только. Да. Так. Манипуляторы у меня кончились. И ты что, пришел сюда за манипуляторами? Так, железо. Что я? Железо, что там мало как-то добывается, я не помню. Или ты тут поглотил? Железо очень мало. Даже не пытаюсь его поглощать. У меня несколько сотен плиток есть железных. Куда тебе их сунуть? Короче, я затормозил производство этих самых. Конвейеров? Да, потому что их много. Как ты их затормозил? Я вижу, что оно все еще добывается. Все, все, все. Оно сейчас прекратит. Железа у тебя много? Давай мне хоть куда. Хоть сундук пихни. Да, я думал, ты в конвейерный сундук пихнешь. Ладно. Нифига себе, Андрей, где ты столько набрал? Я железодобытчик. У меня есть свои... У меня так сразу же 250 этих самых.
манипуляторов. Проблема, у нас мало питания, за это у нас все стоит. Так, занимайся манипуляторами, я займусь питанием. Ты мне сейчас много железа дал, мне должно хватить. Чем мне заниматься, манипуляторами? Да. Вот. А знаешь, почему у нас мало питания? Потому что что-то разрушилось там. Потому что ты второй бойлер не подключил. Да вроде подключал. Не подключил в том плане, что углем он не снабжается. Все, готово. Железная плита, железная шестерня. Дайте мне разделитель. У нас перестало хватать красных банок. Серьезно? Ну, нет, на самом деле, но... Это так. У нас они просто в первых двух... из-за того, что нету меди... Я не понимаю, почему у нас перестала медь доходить до сюда. Они в первых двух... этих самых... сборочных цехах не производятся. Где там сборочные автоматы? Так, вот они. Раз, два, три. Три, я сказал. Спокойствие, только спокойствие. Я спокоен. Доктор, все хорошо. Вдох-выдох, да? Жена мимо проходит такая... Что? Так. Сейчас будут... Сейчас будет бум, да? Сейчас будет производственный бум. Смотри, плиты, шестеренки и микросхемы идут в одну линию. Ну, на двух линиях. На двух линиях, в смысле. Благодаря этому ты можешь снизу начинать делать грязь. Какую? Как? Вот смотри, вот здесь вот. Длинным хватать микросхемы, а ближним хватать все остальное. А ты что делать будешь? А я смотри, что делаю. Ты видишь, они идут идеально. По одной линии идут плиты, по другой идут шестереночки. Манипулятор. 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 Только микросхемы не производятся. Они в ящик складываются, что значит не производится? Посмотри там. Железо не приходит. Как это не приходит? А, потому что костюрно у меня было сделано. Зафига ты тут расставил заводов-то? О, чего? У меня были три, по-моему, заводика сделано так по-скромненькому, и все. А это я, что ли, расставил их? Да. Или нет? Я не делал так. Ты все делал. Ну ладно, ладно. Так можно с соседней... Ну хотя нет, лучше с соседней ничего не брать. С соседней можно брать до того, как оно становится шестереночной. И вложить ее на правую линию. Я сейчас сделаю. Давай. Ну что у нас, 25 минут. Так. А мы двигатели с тобой не сделали. Нет. Надо было двигатели сначала сделать. Вот мы дураки-то.
Ладно, предлагаю переключить пока что. Производство. Я верил тебе. Я человек. А как мы знаем, все люди допускают ошибки. Понятненько. Как там у нас осталось время, или мы просто идем на проигрыш? Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Так, как я понимаю, нам нужно больше буров. Блин, вот это, конечно, вот... Я чувствовал, что будет подвох, но что он будет таким? Ты прям сделал подвох. Подвох. Да, подвох всем подвохом, подвох. Как там руда идет? Плитки идут. Все делается. Что-то тут у тебя вон шестеренки, мантикорки, все вот это вот. Вся вот эта прелесть. 190 электросхем. Длины не хватает. Ну ладно. Так, вот так вот предположим. Чего тебе не хватает? Сотни сюда. Сотни сюда. Все. Сейчас манипуляторы пойдут. Да я хочу привести ее к началу красной линии красных банок. Самое. Кого? Зеленые? Да. А как ты их поведешь? Как вот как ты здесь поведешь? Так, наверное, вот так. Да, и потом вот тут у тебя одна клеточка. Как ты будешь подземный коридор вставить? Сейчас разберемся, Андрю. Можешь просто вести к этой с правой стороны и добавить манипуляторов, чтобы они перекладывали зеленые в другую сторону. Да все я сделал. Че ты? Готово. Ох, неужели, наконец-таки. Будем делать больше. Ох, еще больше. И еще больше будем. Мы не сможем делать бесконечно. Иногда наступает конец. Что нужно на двигатель? На двигатель? Сталь уже есть, а осталось только сборочные автоматы наделать. Потому что он в сборочных автоматах только делается. Я вот поставил один сборочный автомат рядом с двигателем. Рядом со сталью. Давай посчитаем, сколько нам нужно на сам поезд.
Так, смотрим. Сам локомотив требует 20 твердотопливных двигателей. Это получается 30 стали. И 20 твердотопливных двигателей. А вот сколько стоит... А, точно. Твердотопливный двигатель один стоит одну сталь. То есть нам нужно 20, значит 20 стали. 20 стали у нас есть. Плюс 30 стали на поезд, это 50 стали, да? И сколько-то стали на рельсы. Ну, еще камень нужен на рельсы. Но у нас есть вроде как. Нужно еще 10 электросхем, 15 меди, 10 железа. В принципе, можно поставить сундук и сказать, типа, так, это так. 50. 50 стали. Так, полтинник стали. Сейчас посмотрим еще раз. Сколько? 15 меди, 10 железа. Чего тебе 10... не хватает? 15 меди. Подготовил. Красных банок, что ли, не хватает? Так, естественно. А красных банок из-за чего не хватает? Из-за того, что не подходит сюда железо или что там. Медь? Медь не подходит, да. В смысле, медь не подходит? Не она... подходит. На слишком много... Да. Микросхем они уходят. Сейчас я кустарно пока закину. Можно еще в микросхемы. Кустарно закинуть, чтобы он не хапал лишнее. Отдал всю свою медь. Так, так. Отлично. Пошел делать эти самые двигатели. Иди, иди делать двигатели. Что там в них нужно? Шестеренки, трубы. Дело труба. Дело труба. Шестеренок натырю. Так, руды-то вроде бы я добываю просто миллионы. Обрабатывать ее не успеваю. Это понятно. Понятно, но непростительно. Да нет, почему простительно? Потому что мы не разогнавшись были. Угу, да. Смотри-ка, все лаборатории задействованы. Поздравляю, коллега. Поздравляю, да. 4-8, но... да. Сейчас посчитаем. 200 разделить на 8. Умножить на 30 и разделить на 60. 12,5 минут, а то, что у нас 56%, ну, разделим на 2, 6 минут и 25 на то, чтобы изучить логистику. Поезд будет изучаться гораздо быстрее, потому что поезду нужно всего 75. Так, 75 разделить на 8, умножить на 30, разделить на 60. 4 минуты будет изучаться поезд. То есть 12,5 плюс 4, блин, неужто не успеваем? Так не успеваем, наверное. Ладно. Надо ускоряться. Добавь еще заводиков парочку. Да. Лабораторию ты имеешь в виду? Да, 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 да. Потому что заводиков это... Ну, может, тебе там нужен поезд поставить на рельсы, я не знаю. Ну, по-моему, да, по-моему, надо на рельсы его поставить будет.
Сколько у тебя заводов там? У тебя аккумуляторы в ящик выкладываются, это да? Строится, да-да-да. А сколько их нужно? 20. Ну, как раз там все рассчитано. Тик в тик. Блин, давай тик в тик, я бы второй завод поставил. Ну, и это может тоже обернуться. Всяким разным. Так, я пытаюсь ускорить плавку... Я настолько наускорялся с плавкой, что у меня печки закончились. Так, ускорил на 2, 10. Значит... В принципе, можем еще ускорить. Давай, давай. Жарь. Блин. Главное не переборщить в этом деле. Наверное. Уголек. Он ни низок, ни высок. Потому что он уголек. Раскрою еще на 2. Ставлю-ка я еще парочку этих самых заводиков. Правильно. Занимайся. Так, я как мог ускоряю железо, и оно, в принципе, ускорилось там. Выглядит, как будто железа хватает. Ага, отлично. Каково наше сейчас самое узкое горлышко изучения? Нет. Время. Все, можешь не ставить больше. Мы должны успеть уже. Железные дороги 30 на 75. Промышленный комплекс такой. Ну все, осталось теперь только дождаться. Так, в какой-то момент я подумал, что я что-то испортил, но нет, все нормально. Мое искривление никто не заметил. Андрей. Да ладно там. Я их породил, я их и убью. Чего там тебе? Труб не хватает. Почему двигатели не делаются? Все, закончились. Ну, не нужно больше двигателей. Так ты завод уже построил? Паровоз или что там? Ждем, когда исследуется, Андрей. Ага. Все ресурсы собраны.
успокойся. Осталось только вот железные дороги. Да, по сути, рельсы. Но мы не можем их делать сейчас. Ну ты ресурсы набери на рельсы, железные прутья, там еще что-нибудь. А мы не можем. А, можем железные прутья делать, да. Ну, сколько там нужно? Железный прут один, камень один. Ну, тебе не одна рельсина нужна, тебе нужно там. Вот камня вдруг у тебя не будет хватать. Иди за камнем. Я там закидывал топливо, чтобы камень добывался внезапно. Что ты с одного-то только взял? Или ты со всего? Да там я 70 взял, там на одну рельсину один камень нужен. Думаешь, откуда у меня столько печей? Из камня. Не думаю, Андрей. Не думаю. Электричество проседает. Оно может нас подвести из-за этого. Да. У меня есть один паровой котел. Могу отдать тебе, если ты пойдешь. Я пошел, я справлюсь. Может быть. Ну ладно. 91. Девяносто пять. Семь. Так, в обратную сторону. Два, один и 100%. Паровоз. Делаем. Давай. Блин, микросхемы нужны. Я ж тебе говорю. Сейчас натырим. Восемь минут, мы еще успеваем. У меня есть 9 микросхем. Все, я все сделал. Все заправил. Так. Пока я могу делать рельсы. Рельсы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Вдруг из заднего окошка. Показалось, а вдруг кошка. Интересный вариант. Давай, поезд. Поезд. Поезд, готов. Тух. Е-е-е-е! Ты получил достижение? Да. 7 минут и 36 секунд осталось времени. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну вот. Ну вот. У нас все получилось. Да. Так. Ну что, можем даже на нем немножко прокатиться. Ты помнишь, как на нем кататься? Топливо закинуть. А я закинул. А как залезть? Enter. Да. Отойди-ка. О. Следует расписанию и тянет подвижный состав. Что ж, ребята, ну, зрители, как вам эта игра? Она замечательная, требует того, чтобы вы строили и наконец-таки построили. Как за 8 часов пройти всю игру, ну то есть запустить ракету на Луну, я не знаю. Возможно, мы займемся этим, если вам понравится и вы захотите продолжение. Напишите об этом в комментарии. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. И на этом мы прощаемся. Да, на этом мы прощаемся. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Спасибо, да.